О, не Вихаль-то, ну, этот БШ получается, да? Ну, да, БШ. И сколько держится тебе этот баф от БШ-шки? Секунд 10, по-моему. А ты посмотри, знаешь что, ну это тип с X2, конечно. Это, я не знаю, как там найти, провокатор. Этот, вар. Вот я по его гайдам играл. Ну, блин, нормально он там. Оля, у нас еще один лук. Вот этот у нас год какой-то хороший вар. Ну, он с ГКД играет. Это уже доказано игроками. А потому что он так сказал ротацию, и ты ее хоть как чисто не сможешь сделать, у тебя кнопка не войдет еще одна, чтобы успеть. Ты ее только с ГКД затолкаешь, что у тебя стоит. Ребят, скажите, пожалуйста, такой момент. Раз в неделю можно пополнять бабками ГБ, получаешь за это ЕП. Если у него панк изменяет, да? Косарь голды равно 500 ЕП. Да. Ну, да, если 10 косарей закинуть, нет, 5000. Нет, больше нельзя. Раз в КД. Раз в КД. Не, неважно, какое количество денег, да? Если, да. Ты, если ты хочешь закинуть десятку, я могу тебе записать, что у тебя, допустим, сколько там? На 20 недель, допустим, будет начисление. То есть наступает неделя, я тебе пишу, что ты... Ну, накидываю сразу. Пятихаточку, да? Да. Только само давай начисление... Давай так делай. Ну, давай. Я тебе на ДК десятку сейчас переведу. Shadow Knight. Ну, на этой неделе я тебе накинул уже. То, а уже она заканчивается сегодня же воскресенье, следующее завтра. Обычная неделя, которая у людей, а которая у нас, у задротов. Это когда КД скидывается. КД скидывается в четверг. А, ну все, договор, что хорошо. Что запиши мне, я сейчас тебе переведу десятку. Что за пати магов? Что, за что? Всем привет. Здорово. Ну тут многим ничего не надо, я смотрю. А что это за демон такой? У него уже ET5, у него есть ET5. А так ты там не засматривайся, блядь. Это же этот Локно, это Локно, блядь. Писта. Кто? Как он, Локно или кто он был, Лок у нас? А, я понял. Равениан. Ну да, перед того просто 5 или 6 магов. А ты еще узнай у Тутуэйта, может ему нужна эта объект. Никому там не нужен объект. Ебать, сколько людей, нихуя. Заходи. Могу освободить 25-ку делать. Я могу освободить место, если кому надо. Нихуя ты угораешь, блядь, два раза подряд? Так мне ничего не надо тут. Если надо, я освобожу. Ну а если ты, если надо, кому ты теряешь, ты приор будешь терять. А если... Нет, так ЕП давайте. И? Ну вот видишь. А у нас если нет, я тут буду сидеть. Если надо, я зайду. Я всегда подменю. У нас сейчас другие правила просто. Это самое, надо кого-то свичнуть, у кого ноль приора. Вот, допустим, не знаю, вот у нас там в самом низу. Ну, вар танчит, допустим. Магина, хант, два тотема и вот этот... О, магина отсюда. Шлепец. У них у всех по нулям. Он всякие тела плюсует. Вот, надо, короче, сделать так... Пока мы идем до ребра, чтобы вот зунал Тор и Мэлсторм. И чтоб... пришел. Короче, хуярим трэш. Что, рейд сильный собрался на 25? Да, 0 танков, нахуй. Сильный, сильный рейд. Будем кайтить это ребро, нахуй. Оковы кидай на него, короче. И давай, бежи, служивый на гермор можем рассчитывать. Почему это? Если надо, могу за попало зайти. Если ноль танков, как вы обычно. Ну вообще, тут три протовара, насколько я знаю. Медведи. Но ты... Поэтому... Эти протовары, я их больше ненавижу, Войд, после вчерашней ситуации. Давайте, значит, Арбас, Шлепц и Липичип из Ози в Эвдисе. Да. Так. Ваш триумф, надо танчить. Понимаем, сильно осуждаем, слабо. Давайте, хули вы стоите, ну кто танчить будет? Сейчас 5 секунд я... Да. Спекайтесь там, жаль на 3 танка на ребро, потому что, блядь. Вот, они могут две бдилки кинуть на одного человека? Нет. Нет, они не стакуются. По одной на каждого. Суманите бы Малифичива тогда. Да, блядь, вовремя это... ты сказал, мы тут трэш так-то бьем. Так что лети сам. А, ну все. Давай-то, сейчас сделаю все.
Есть только одно но. Я так и не собрался 4-4. Но есть веселее что-то. 4 танка — это, конечно, перебор, блядь. Это у кого-то спектнем, у кого ДД посильнее. О, синтек. А на мифике мифик или что, я не могу вкурить? Да, а кто? Синтек вам плюсует. Отдельно. Это у нас теперь такой редкий посетитель, что он аж Войт удивил. А чё, ну блин, пацаны, праздники были, все дела. Вот. Понятное дело, он синтек вообще не появлялся. Это Войт, там Мейлшорм на Эливе плюсует. Не вредись. Только не в шестой пати. Нужно хера по-любому. Ну, синтек зашел. Вот тебе хил, кого-то, либо мишка. Кого-то свечить. Ну, сами думайте. Ну, пала по-любому надо, блять. У нас пала нету. Какого-то надо менять, у кого-то приора нету. А, кстати, почему если за мини сидишь, ЕП убрали, не дают? Или там 50%? Давай я зайду на паладину, там 3 спека. Ой, а почему в Рибай не взять, Интека не взять, вон там раз. Ебать вопросы, там нахуй, охуенные, нахуй. 5 магов, это что, 5 МК? Я же только что сказал, надо сделать так, чтобы в рейд пошли те, кому нужно все, шмот какой-то, а-а-а, еще что-то там. Понял. Те, у кого 0 приора, надо на замену закинуть. Ну что вы стоите, танки, я не понимаю. Во. Так сказать, там уже все почищено. Тоже нужно. Давайте думайте там, это кто пойдет чилить. Сложный выбор. Да. За фул ЕП, пожалуйста. Да, это сейчас будет сложно, Войт. Кого здесь отправить, блядь? Сейчас поинтересуемся. Не, это в качестве ЕП. Потому что, допустим, если кто-то не пойдет, ну кому нахуй здесь ничего не надо, просто ЕПшку лутать, ты его заменишь, он потом по приору вниз уйдет. Потому что у него не будет столько ЕПшки. У нас у нас второй рейд, у нас это третьего рейда точно не будет. Так что кто сегодня на ЦЛК на замене, фул дадим. Тогда пожалуйста, я могу сходить на замену. Нет, топа, тебе надо отрабатывать. Ты должен получить фул ЕП, ты должен быть в рейде. А поменять мы можем, ну, если я буду по 25 тысяч людей менять и набирать людей, которые вот 230-й там в рейд пришли, то это будет не рейд, а залупа, блядь. Да не, я пойду, я ничего, я и сидеть, ну, если что, я тут. Вон там Нарлин. Вот челики ДКшников одевают Авелания, и Нарлин пришел, это Седжу. Еще мне но стресс плюсуют ДКшники. ДКшники — это заебись, но они у вас не танки, блядь. И вы друг у друга на шмот конкуренты. Поэтому надо что-то думать с вами. А это можно. Пока что у людей боеспособные персы не оденутся, чтобы, ну, либо те, кому не надо, вот, допустим, с магов, кому не надо ЦЛК, или всем пяти надо, вы друг другу конкуренты. Вот, допустим, Эй не надо. Но ты, если я тебя, допустим, кину на замену, ты не знаешь, что ты уходишь прям. Ты, чтобы ЕП получить, в конце там плюс однёшь. Вот тебе, магу, надо кровь. Ты донатить посох будешь? Там кто-то кровь просил у меня, я не помню. То ли репичип. Репичип. Валя. Вот, ну вот и думай. И как, ролить будете ее или что? Я не знаю. Наверное, по роли, может быть. Типа, если согласиться роль, то пожалуйста. Вон, маг просил кровь, когда в ги его брал. Ну пускай он лутанет этот кровь на этом КД, а ты уже на следующем. Следующий найдется еще кто-то. Ладно. Ну. Блять. Ну, если прям ему, прям у него, и прям ему там, не знаю, прям приспичит прям сильно. Не, ну если он. Если он донатить посох будет, понимаешь? А. Это же совсем другое. А, он чё, ну. Так, Бурибай, допустим, взял. Мейлшторм — это кто?
Зуналтор, тебе надо что-то? Смотрите сразу приор. Надо это, ну, я так понял, кроме меня никто не будет это разбирать, да? Вот открываем таблицу приора. В Дисе все, надеюсь. Сколько там у нас человек? Мы еще в гостиной, блядь. Ладно, похуй. Открываем. Открываем приор. Значит. Констебль, Ляночка, но не повыше. Вот Зуналтор, что там? 3000 ИП. Ну вот Хант есть 0 ИП. Он по сути не заберет ничего. Вот Хант 0 ИП. Хант. Не, ну на Ханта может какой лук там что выпадет, может это самое. 2 тотема 0 ИП. Перезагрузка через минуту. Да, да. Света, тебе нужен ДД, этот танкошмот на ДК своего? Ты кому говоришь? Мне? Консилятору, да. А, консилятору? Нет, да. Консилятор ну... не я. Нет, нужно консилятор узнать. Если а два тотема, это кто, я забыл? Это Притон. Но у него постоянно один персонаж. Сейчас найдем его. Ну я не лично не видел у него пинков. Ну надо, короче, договариваться с вот теми, кто сейчас на замене. Вот, допустим, восьмой пати Норлин. Вот Синтека я бы хотел взять, чтобы этот был БР там или какой-то подстраховочный хил. Или вообще хила его у меня в шипе, потому что совы нету. Вот Синтека надо взять, и надо кого-то убрать. Маги, кто еще чилить хочет? Я сейчас по приору просто гляну. В самом низу у нас находится... Ну вот, сгдыщ повыше, а продукса. Продуксу чё? Этот кровь. Там Магина же в самом низу. Магина в самом низу. Могила. Магина, Магина это кто? Это просто новенький, да? О, до связи. Войт, ты мне скажи, пожалуйста, те ретрики нужны в рейде? Ну, нет, один... Магина это не этот. Это фокусирует Инг. А, да. Точно. Это Войт, Войт. Тогда это пусть Апродукт забирает хорошо на этом КД. Пофигу. Отдай магу. Сейчас посмотрим. Главное договориться так, чтобы не было там какой-то залупы, типа, вот, и пидор там, или я там пидор. Ну, чтобы это все было заебись. Я пока еще потерплю, пока еще голды подкоплю. Тогда маленькое обновление. Войт, а можешь сказать, как, ну, как работает связывание на персов? Нормально написал, нет? Он с первой пати или Хант там ушел, гламурчен это. Сейчас посмотрим, кого закинуть. Ну, вот видишь, треш не резнулся. Ребро неизвестно написано. Так, кто там в рейд хочет? Мэлшторм, Синтек почилить хочет? Или что? Или у Синтека девушка там, или что? Тоже, да, мимо? Ворохель, что, никак не выдержишь, или что? Или как? Чё, рука! Мэлшторм, это кто? Напомните мне. Ебать, шаманов им понаделали, ебать. На хули они сейчас дамажат? Мне у одного вроде пойдет. Топа. Его 7 топов гильдии. Синтек все, да, офнулся? Я понял. Этот Ворохель, чё ты? ДК или Хантом? Так они, видишь, все дамажить хотят. Но... ДК, хотят. Этот, но стресс ДК смысла нету. Тут два ДКшника уже. Нурлина брать или не брать? Так, ну вот тех я на замену... Нурлин, тебе надо в рейд? Смотри, ну, имею в виду да. Там... Ну вон там ДКшника Вилани уже есть. Вон я там понимаю, еще... мы с ним договоримся. Ладно. Вон там еще этот, кто он. Чё за рога? Сейчас, бля, я не знаю, кто это. 64-й Никита Мутиш, да? Так, значит, Арбаз, это кто, напомните? Блять, персов. Кто это? Арис. Арис. Протопал есть, да, если что, возможность? Там три спека у паладина. Ага. Ворохель, тебя отпускать или что? Или как? Что с тобой? Ты тут? Нету его где-то. Ляночка, зайдешь? Зуналтор тебе надо в рейд? Ну, в принципе, у тебя приора нет, ты вряд ли что-то заберешь. Так, за ОД такой, если пойдешь.
Так. Так, Шлептерс. Ну, давай, напало, заходи тогда, Арис. Это который ты PvP выиграл, да, у всех? Нет. А, другой что? А, это вообще Локна. Бургер Кинг. Этот. Так, Бурипа сюда. Где Варахель? Все, мне можно из рейда выходить? Кто? Кантабл. Ну да, только не забудь присунуть на это, на, в конце, как убьем, все. А можете стрим кто-нибудь запустить? Угу. Диси. Да, ну. Так, у Рахеля нету. Так, Констебль, Эя, Зуналтор где-то. А кто еще хотел-то зайти, я что-то не вкурю. А, Протопал заходит у нас. Варахель писал, что он типа отходить будет каждые 10-15 минут там. А можно мага в рейв четвертую пати, пожалуйста? Не знаю, сейчас подожди. Там сладкие для тебя бафы, да? Ебать, там у нас есть бафы. У нас вообще жесткая батя здесь. У тебя есть тотем. Друид инвалид, я бы тебя в рейд хотел, блять. Чтоб ты похилил. Просто видел, да? Гоблин? Столько точно рожденных стало. Гоблин. Этот, Зози, ты потанчишь? А, или подожди. Ашгар потанчит с кем? Ну вот, два вара, да. Ну пускай Зози дамажит тогда. Качайте в одну пати, один класс толкать. Они все берут расы, эти одинаковые. Я и так много бонусов не дают никаких. Пожалуйста, можно без лианочки, Андрей? Там все равно ничего не надо. Там не, без хэпана хуева будет. Так. Вархель, что ты, тебя свичить? Так, давай друид инвалида возьмем, то без ряду хуйня будет. Допустим, так. Вархель, ты где там? Вроде тут, то тут, то не тут, не могу понять. Ай, мне. Ну ФК. Опа, там... а что такое? А, бич какой-то бич пробегал там. Это, ребят, я офнусь из диса, если что, пишите в ПМ, я до конца буду в игре на констебле. Ломаем лица, да, Трёша? Или как? Так, ну получается так, Ашгар, ты заходишь там, нет? Да, клиент обновлялся. А Ляночка? Ляночка где? Что-то писали там, нет? Наши флудилки. Где Ляночка? Где вот? Пусти уже в район. Пати что-то. Подожди. Что-то Ляночки не вижу в Дисе. Значит, все. Сейчас минут. Ляночка не вернется. Ну ладно. Ну а давай, не Ляночки писала. Нету, я хуй знаю, давай кикнем пока. Мифик сейчас нахуй. Я сервак перегружала. Тот просит клиентскую, ну, клиент, обновить. Клиент. У тебя сервер стоит? Нет, у меня сервер заработал, но я зашла, и мне такая, ваша клиентская, ну, ваш клиент устарел. Нет, это понятно, ты так сказала, сервак перезагружал. О, на свободное место мага в рее. А, так вот почему был релок такой долгий. Чё у тебя там, блядь, медом намазано в четвертой пати? Да, там зандалар есть хотя бы. Но он просто гоблина. Прикинь, одного зандалара вот в третью пати, и тоже то там реально все печально очень. Четыре, там три гоблина сидело. Да и во вторую киньте зандалары. Вон, прикинь, Вадикон, там, не знаю, какой-нибудь там мифика. Там реально зандаларов вообще нема. Там просто три гоблина и Синдарай. На тебе ассист, она перекидывай. Вот, тогда просто мне в пати и Эридара. И во вторую одного мага кинь.
Я Ирина, если что. Посмотри, поменяли. А кого-нибудь ДКшника наоборот к этим. Давай, смотри, турлетера в четвертую пати опусти. Вот там еще. Турлет, два тотема в третью пати, а к нам турлетера. Да. Турлетера. А турлетера сюда в четвертую. Да, все, за победу. Киньте в пачку, которая ДПСит, блядь, одного зандалара. О, капец, у меня поднялось. Во вторую. Нормально так. Поднялось, что у тебя поднялось там, блядь? В четвертом пати. А что это жуки тут треснулись? Понятно. Что это за хуйня? Хуй знает. Ладно, похуй. Портал откроем один хуй. А кого там баф на дух, я не помню. Архан, куда Эльдара забрали со второй пати, блядь? А у троллей, вы совсем охренели? Нет, все, это мой Эльдар. Сидите там в три найтборна. Блять, мы ДПСим, наша пачка, вы раскидываетесь куда-то. Вы мелики, вы не ДПСите. Мы не ДПСим, смотри сейчас, что будет, я буду везде на первом месте. Я тебя верю. Смотри сейчас, что будет, такое ощущение, что там топа с чем-то играет. С огнем. Четыре. Интересно. Алло, блядь, вот мне интересно это. У меня какой-то косяк только или что? Топа, настройка там. Рахан, ты где? Алло, прием. Дискорд это крышнулся. Сейчас захожу. Мне обновилось все. Дискорд или в игру? Дискорд сломался, я захожу в игру, дискорд починился, все хорошо. Ничего не понял. Да, что давайте нас... меня вылим, и я с топой посоревнуюсь. Ты, репичип, этого парадокса скинь к нам в четвертой пати. И дайте это сестре, пусть сам скидывает. Вот да, у нас тогда пати будет, ну, почти идеальная. Так, надо куда-то рыбу выставить, а куда? Нет. У нас уже пати, типа, нам только сюда орк не нужен. Ну, тебе только под себя, так нам больше. Вам больше никто не нужен? Ну, по идее. Я Эридар, если что. А, ну вот если что, мы вот, турлетера вернем обратно. Ну, если вам больше никто не нужен, будет, короче, пусть они отдельные пати создаете. Пять. И идут в пятером. Не обижайся. И еще вызелин возьму. Дерахан зайдет там или нет, или что там? Грушусь уже. А там же тоже про товар. Тогда я могу в это. Я Фурик. 4-4? Да. Давай, у тебя аппарат уже лучше, чем у меня. По факту. Ебать, я не знаю, ты затанчишь? Не хочу бить палкой. 52-й. Давайте просто начнем. У тебя массовая. Ой, блядь, до свидания, агро, нахуй. Угу. Сейчас элимы просто будут скидывать. Кто МТ будет? Танки с вас. Без разницы. Как долго, блять. Спасибо, да, ну, давай. Ты хотел. Вот Invisible Sun плюсует. О, у нас паладин есть, Ашгар. Вообще отлично. Там главное бдилку не забудьте кинуть на топ ДДшников. Поменяйте одного, значит, нарожденного на вар в этом. Да, вот так вот. Вообще бы отлично. Ну да. Хитрые жопы, блядь. Ну все, забихали нашего вала. Призана, блядь, собрали с Нталара, блядь. Ой, это. Это и так-то намажем. Чё, это самое... Кто... Ты спекуешь? Да, кто МТ из вас? С троих. А можешь гасить танка всех, что-то, блядь, могу? Ну посмотри по ХП, репичип, шлеперс и ашгар. Смотри, у Рохана там есть масс ШВ, у меня масс ШВ нету. Вот и все. Ты сам думай. Ну, блять, я не знаю, сколько вы дамажите. У Рохана явно хуже. Ну, Рохан, тогда ты спекайся, а репичип в это в ДД. Лучше пусть ШВ будет, чем этот. Да у тебя там вроде РП побольше. Ашгар, будешь МТ или шлеперс? Как у вас там дела? Давай, шлеперс, на шлепца кидай. Все, шлеперс МТ, да, будет? Как ты там с бдилкой разбираешься, что делать? Кто топ ДД будет, скажите только. Ну, сейчас по агро элимы очень сильно агро рот. Ну ты Омен есть у тебя, чтобы эту хуйню смотреть? Всё? Да, конечно. Ну вот, ну тогда это самое. Вот символ бдительности, я тебе лайк ставлю сразу. МТ кто? МТ звезда, шлеперс про товар будет. Шлепец. Ну, это у меня такая проблема. Похеру, я понял. Шлепец. На кого мне бдилку кидать? Будешь шлепок. В Омане посмотришь, кто будет второй по агро, третий, не кто там.
Все, короче, втроем главное стойте с протоваром. Всё. Рыба, давай. Рыба уже стоит. Да вон стоит же. Топ уже обиделся. Ну ясное дело, блять, ДЦПшник раскидывает. Давай. Я не знаю, кто там раскидывал. А тут много претендующих на одну ручку? Нет, значит, она помойная. Давайте забей. Уже начнем, уже половину. А, давайте отчет. Агрони, сорвите только. 2, ну кто на осколов на боссе? Кто-нибудь видит вообще? Костяной шип слева. Далеко на водящем. Ну что, совсем бичи, сука? А почему все сломалось? А потому что вы в луже, сука, стоите. Не-не, у меня именно игра сломалась. Тотем, вставай. Танки, нахуй. Омен есть, нет? Или что, нахуй? Без ДК совсем в это, в хуйню превращаемся. Мейлшурму дайте сальву. Сейчас там все похоронит. Есть вмешательство у варов, нахуй. Варов в рейде считаем сколько? 3 штуки. В чем проблема? Или мы таланты не читаем, которые у вас на персонаже, блядь. Зози, Реса и Мифика. А еще один раз можно? Ага, блядь. 10 штук будем закидывать одного. А что такое у тебя? Да, блядь, я тут, мне стыдно говорить. Ну да, вот тогда и не говори. В луже подох. Не-не-не. Отменил, нахуй. Да. Да я хотел информацию посмотреть, что я... Да, вот все правильно, блядь. Я информацию, мне и сразу я отказ. Блядь, пиздец. Да, до центра довести его не судьба, да? Не получается у вас, что, блядь? По какой причине? Ну, я не знаю. Че, подождать? Ребро хуёво было, да? Сейчас-то нахуй уже не надо. Охуя. Когда он после вертушки возвращается, ждите его всегда в центре. Типа лужа. Танки. Bone Spike Cast. Слева же на шипе водящий. Bone Storm Cast. А чё, локов вообще нет с полхит кидать? А, нет, этих. Сов и прочих. Где же там шипы? Не, показывают, что нет хита. А, вот, ну, цель. Да, и шипа нету. Нихуя нету у нас, но... Надо призы наспекать. Чего, приз? А, тут.
О, вот так меньше дамага получать. Вот так нормально. Первый раз так просто агро сорвалось, пока ушел. Слева на дальнем шип наводящим. Ну для меткости призона спекать надо. Я так думаю. На призон как нам поможет? Это надо. Похилит сова вместо... или ШП? Похилит вместо меня. Сова или ШП? Ну я так-то ШП, блять. Нет, ты мейн хил. Нихуя. Ты же учил хилить. Нихуя, блять. Опа, есть. Так, Призан, ты не против, да? А то меткости 3% нету, хуёво. О, Дарнован 25-ки, отлично. Так, о, пойдёт. Друид инвалид 10% и Вадикон 10% нажимают. Ну там ниже ещё до тема. Кому с вас отдавать? Ну, а, он да, не жмёт. Друид инвалид надо тебе? Можно. Носову. Или два тотема отдавать. Я какой багруху лутанул, красота. Два тотема там... Два тотема это кто? Это Элем у нас? Или друид инвалид? Ну смотри, тебе или ему? Тебе-то на второе, ему на мейн, наверное. Это ну, типа он пошел ему. Квест сдал? Тотему отдавать, да? Да, а багрухи вообще хорошо покупают, нет? А чё с паладином, с хулипалом, чё уступать ему? Какое, чё? Ну, тут же написал в гильдии. Архил. Чё он там? Хулипал. Ну что, а? Пришёл? Кто уступать? Да он на замене. Ну ладно. У него же там что-то проблемы с желудком. Или с кишечником. С ЖКТ. Так. После праздника. Так, чё ты призн спекнешься? А, погоди, дай этого мне забрать. Для нашего господина нет ничего невозможного. Так, тогда у вас есть ШП. Вот он, первый полетел. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах. О. А квест будем делать? Конечно. А как вчера? Не, будем в гере делать. Добавим чуть-чуть изюминки. Было интереснее. Шаман пришел. Ну, конечно. Но, вар есть, эти не будут разбегаться на сурфан. Это в десятке, так, наверное, кто-то делал. Дайте столик маги. Все, можно теперь забирать. Нет, чемоданчик. Чемоданчик? Хорош. Хуя там три стола тебе. И ни на один не тыкают. Блядь, сейчас, сейчас, секунду, я масло намазывал. О. 100 штруделей, это то, что я люблю. Вот у меня вопрос, почему это маслом смазывают грудь, а не это, не штаны? Чтобы посвободнее двигалось, блядь, наверное. Потому что туда заезжать надо без смазки. Надо на форуме это создать тему насчет этого. Когда будет смазка на штаны? Пускай перекинут с груди на штаны. Я боюсь, вас не поймут на форуме. Да не, народ поржет, че. А пикинь реально возьмут и сделают это. На 1 апреля.
Ну да. Там же в этом в Серебряном Бару сделали такую фишку, что там феи летали вместо людей бегающих. Было очень забавно. Не, это я могу, ты не можешь. Три? Куда тебе столько много? Ромагина, да? Ну, поставьте банк. Обнови. Так, вот рыба. Поставь банк. Танки там лево-право, разберитесь. Два танка осталось, да? Не, ну если у тебя КД, то у других, наверное, тоже КД на банк. Я так-то сделать могу. Ладно, давай потом. Я поставила банк. Тоже поздно. Там Дарнавана не забудьте увезти, как вчера. Давай, давай, не надо. По вчерашней тактике маги играют он не босс. Хуевая тактика. Не знаю, мне нравилось. Вот чё моб, блядь, тут делает? Сейчас хила сольет. Уже слили. Уже, ну. Там справа на приверженце барьер. Не убейте. Кто сказал? Вижу цель, не вижу препятствий. Контролить должен был друид инвалид, но вы его убили. Точнее, как? А кто его убил? ДСшник, что ли? Моб. А. Танки, танки дырявые. Надо было вам втроем в танках оставаться. Зози, реснишь, друид инвалид, да друид инвалид. Вышли, вышли мобы. Реснишь этого, как он называется? Гениолу. Я понял. Вот, уважаемые Нурлин и Тутилар, нахуй. Продиспельте его дикона. Грипайте, пожалуйста, уважаемые два вагона моба с лестницы, чтобы он вот так вот в щите не стоял и не хуярил. Вот смотрите, он хуярит меня. Нет, сейчас вы его... Бищи тупые, блять. Вы его не грипанете, потому что на нем отражение, блять. Его надо грипать тогда, когда он выходит. Ебать, просто три бича, вы видели? Это... Я, сука, этот видос я, блять, вырежу, нахуй. Я, блять, вам его, сука, в картиночку, блять, поставлю. В рамочку, блять. Так я учусь, алё. Алё, блять. Ваша задача, блять, кто-то один из вас должен... Вот мобы сейчас выйдут. Новые, блядь. Ваша задача перетянуть моба на одну из сторон. Вот вышли мобы, нахуй. Вон с лестницы моб, нахуй. Вот кто его притянет? Никто не притягивает, да? О, другое дело. Хули моб на меня идет? Как дела там, блядь? Неусприимчивость, я понял, нах. Дайте гер. Как хорошо, что на этой фазе нет трэша, блядь. А то есть один. А, здесь же нету. Я забыл, блядь, давно в обычке не был. Дипичип, как дела? Что ты сдох, что не жишь? Я понял, почему вчера шотал Вара. Я пошел по его стопам. Подъебало, да, зашел? Да, да, просто залез подъебало. Да, блядь, век живи, век учись, блядь. Да там весело было, потому что... Потом расскажу шутку смешную. Топу не убейте, о, блин. Вихри есть? Два друида в рейде. Не... Вот до сих пор не вижу на топе вихри. Че, у него кош там был, да? Не было коша.
Я вихрь был, потом не кинули второй раз. А я два раза мискликнул по тебе. Ну, в смысле, не смог. Это, наверное, был кош. Два промаха было. Это, наверное, кош был. Когда кош кидается, там промахи идут. Нет, коша не было. Странно, что он в уклонение дает. Понятно. Просто... просто люди стоят. Ты помогаешь даже лежа. Тебя сейчас, ну, ты на пятом месте, тебя сейчас мало кто передамажит. И квадикод может передамажить. Так что твоя помощь неоценима. Лежи и помогай. Устранить меня сейчас могут, тогда не передамажат. Сейчас я... Все уже, блядь, сейчас закончится контроль. Топа, я буду на страже твоего ДПСа. Да я на месте восьмом закончу, должен. Не, наверное, Ляма не догоню. Ну сейчас как раз Войт обгонит. Я не хотел, если что. Не, да я же сразу сказал, какой будет. Мы с Вадиконом тебя попустили просто. Скриним, короче, Вадикона. Будем ему скидывать потом старость. Да Вакин спасен, блядь. Да такое чувство, что, блядь, порезали еще что-то. Так, это вся параша на распыл. Это, если что, три вара, обращаю ваше внимание, пожалуйста. Линканите, как вчера, способность вмешательства, она вам понадобится и не единожды сегодня за РТ. Вот, способность вмешательства, пожалуйста, выставите ее на панель, блядь. Сделайте, чтобы вас можно было переключать на стойку, на защитную. И чтобы любого в рейде можно было выбрать нажатием мышки, пожалуйста, рейд фрейму поставьте. Я пока найду человека с этим высоким агро, я ведь уже сдохну. Омен, ставь. Че такое грид? Я знаю, что это жадность. Ну, хуй знаю, ну, введи в Google Translate. Нет, вот тут тыкаешь, вот есть 10, 50, 100, и рядом грид. Распыл, наверное. Ну, плюс-минус, да. Грид, ну, вроде как. Забрать не нужно тебе шмотку на распыл. Репичип 50%. Репичип или палу, который танчит? Вообще грид этот типа нужно. А, типа нужно, но без этой хрени. Ну, палу, прям, ну, если нам сильно надо, подавай палу. Ладно. Пал тебе надо? Еще. Не сильно. Ну, давай я заберу тогда распаунено. Там на третий спек, да? На второй. Нет, я про гриб. А, ну, может быть. Ну, распыл там, нахуй, вся хуйня. Можешь просто, типа, показывать, что ты жадный очень. Да, жадность. Жадность фраера сгубила. Все так говорят. Жадность фраера губит. На смотри, вот у меня, скажем, по омену, я вот дал на ребре три раза, там, не знаю, Вадикона и пару раз Мейлшторма, эти вмешательства. Я пока нашел их у себя в этом, в Вуду, я уже, не знаю, потерял столько ДПС. Блять, вот так понимаешь... Так мы в четвертой пати, просто запомни это, и все, у тебя элемы всегда так будут вырываться. Ну, то, что ты не можешь найти Вуду, у тебя хуевая Вуду. Вот просто сделай мне скрин своего Вуду, блять, и скинь его в флудилку. Я тебе сразу скажу, что ты бич. И вот посмотри мой стрим, блять. Ты можешь даже не скидывать свою Вуду, я тебе так скажу, что ты бич. Да-да-да, спасибо, ну давай я сниму. Ты сделай себе, чтобы тебе было удобно, потому что, ну... Не думайте, что вот вы играете там за класс, которому не надо нихуя вредить делать, там, не знаю, фурик, рога, там, блядь. Да хуя надо, надо смотреть, интересоваться, блядь, на кого триксы кинуть. Не то, что по автомату, там, то на одного, блядь, вмешательство ты только в цели, блядь, сделаешь. Нет, это, ну, вы должны все мочь, нахуй, все уметь, блядь, потому что без этого ни джайну, ни хуй нам не светит, блядь, если мы развиваться не будем, блядь. Надо... Ты должен по мановению палочки, нахуй, просто. Ты должен видеть омен, кто там первый, кто второй. Хуяк увидел в рей второй, нахуй. Хуяк ебанул в него, и все, он чилит, нахуй. Он там ДПСа не дает, а агро да хуище. И ДПСа не дает. Это было видно. Ты не даешь ДПС, да, связи? Я для прикола, блядь. Душнилова на бойде. Самое слабое звено нашего рейда. Смотришь, Элем догоняет вара танка, блядь. Кинул ему триксы, блядь. Пускай поспит.
Угу. Так что давайте, блядь, вмешательство. Сука, я сейчас в Вуду вобью, блядь, этот баф. Благо, что ты ничего найти не можешь. Я все могу. Так. Не, блядь, зайди посмотри, интерфейс. Липичип. Нормально, я только представлю с ним. Это что такое? Ебать, так ты хуй найдешь. У тебя они, во-первых, слева, блядь, во-вторых, все одинакового цвета. Я все контролю. Они без групп, походу, то есть просто... Я все... Нет, я-то вижу, когда группы. Пизду, короче, с тобой хуй разговаривать. Да. Ты поставь себе, выровни, блядь, цвет класса поставь, блядь. Ну, ну-ка. Сейчас поищу. Это дайте сейчас меня... Сейчас поищем. Войда, кто-то вмешательство дайте, я хочу посмотреть баф, как называется. У тебя стандартные редфреймы, да, Сирус? Окей, сейчас. Или нет, это батендер. Чисто насрали на экран. Не получается, да, на корабле? Не работает. А сейчас, когда становится... Здесь не работает, да. Нет, это нет, помните... не работает. Тут чарджи тоже работают. Раньше скрин скидывали ММО, это легко. Вот там все весь засранный такой. И вот там вот этот скрин, Гоши. Нормальный скрин. Я говорю, просто я пытаюсь... Просто непонятно, какой-то судоку, ёпта. Но это вам непонятно. Я все стоял для себя, мне понятно. Я с этим уже давно играю. Вы еще на... ничего не видишь в этой игре. После игры у тебя голова болит, да? Нет, нет. Наоборот, в хорошем настроении поднимаюсь. Он опускает голову, когда ищет кого похилить, у него голова начинает кружиться. Да, это все круто, но лучше расскажите, кто там на Мурадине будет. Я прыгаю. Ты че, кто на этом? Вон кто-то танчит же. Это вар, который не репичип и не рохан. У него символ на бдилку, вот это, блин, он шарит. Сколько магов стоять? Ну давай, это... Давай еще мага. Сколько там на нем стаков, блядь, сейчас его? 12. Ну давай еще мага. То мы летим, полетаем, хули. Пять секунд маг, убиваем и улетаем. Скидываем стаки с молодыми. Кто-то упал? Да, дует инвалид. А нет, мне шотнуло. Улетаем. Перед ебалом у Мурадина, конечно, прикольно улетать. Не летайте перед ебалом у Мурадина. Или что, никто не рассказывал, что там клиф, рассекающий удар. Если на соседнюю балку встать, то не за клифы. Туда вообще не надо вставать. Че он там? Скинул. Ну все, лети обратно. Улетели мага бить. А чё я первый по ДПСу? Вообще ДПСить будете или что это за хуйня? Ну знаешь... Опять куда-то в угол ДПСить, да, наверное? Там Мурадин на первом месте. Какой нахуй Мурадин, блядь? Я тут ДПС магов по КД. Ах, оружейник, усмиритель небес. Понятно. Ебать, Войда наебать решили, да? Там просто закидываешь этого, блядь, масуху и все, и до связи. Корабль мертвый. Нет ничего. Кроме Мурадина. Он мобов на это, на корабле бьет вот этих. А каких еще бить надо, блядь? Мурадина. Мак. Я понял, блядь. Так, что там по хп? Ну, все, до конца стой, как можешь там. Можно улетать, в принципе. Должны пушки добить. Раз на сколько выходит секунд эти тараканы, блядь, на сурке? Полторы минуты где-то. Да не, чаще. А чаще, раз, да. А, ты имеешь в виду эти, как они? Мобушки. Ну, да, раз 40 секунд, наверное. Ну как раз, давар там успевает станет, если чё их. Да, под все успевают. Я думал, типа это, запускать, когда? Нет, это то, что удобно вару станет тут.
Короче, после Геры ПСК и Нюла на Войда, блядь, и там бичи, там, блядь, они не дамажат нихуя. Судя по кораблю, нахуй. Мифика вообще в ДПСе нету просто. Так я потому что на пушке. Ну да, на пушке. Блядь, ну даже с пушки, когда выходишь, 130 тысяч всего нанес. Чуть мало. Так, счеты. Призен. И Неола. Так, ну и Неола повыше. Не заберешь шагеровские? Шея. Шея, кому надо, РДДшники. Бичи в рейде есть? Ага, я вижу, блядь. Бич есть, один нашелся. Что это у тебя за хуйня? 258-я. Тебе точно надо эта шея? Ну, типа, в Геру-то я не скоро попаду. Хотя, может, сегодня проползу. Зырим-позырим, блядь. Если присты там будут дохуища, блядь, нормальных скиллованных. А у меня это... просто шея с этого, с ивента. А это ты сам знаешь... Невероятное стечение обстоятельств. Я верю в Мардаунта. Так. Так, ну-ка, подожди. Что там Мардаунт? Призен. Блять, а кого? Три хила их оставить, да? Давай, призен и хелла в ДД. И рыба. Справится, думаешь? Да, справится. Да бидон уже в соло захилит. Бидон и Неола, друид инвалид. Захилит. Только три хила подальше стойте от мобов. Если на вас пойдут, пизды дадут. Так, готовность. Принимайте, не буду запускать. Сейчас мы позырим, что у нас там. Кулачок призану. Я пока запускаю, короче. Сколько? Две минуты запускаешь? Минута 20. Минута 10 вот осталось. Маг, который магин, ты не обидишься, если я выйду от МПС-ку? Пусть подамажит дед. А можно кулак под ДК? Кто мне там МК дает? Ну-ка. А, никто? А чё за хуйня? Я тебе дал МК. Я тебе дал МК. Дед, подамаж. Я что-то не вижу. Где он в бафах? Точно есть? Что-то не вижу. Да, да, да. Вот он горит у меня магическая концентрация. Бери больше, чё одно всего. Да, да. Дай лучше поиску рогу. Короче, как Гера кончится и Неола забросишь там. Вдруг я двадцатку дам? Я давно не давал. О, да, да, двадцатку он даст. Я же ротацию забыл, нахуй. А вы агро удержите, и все. Ну агро там две роги с пула на пулю. Там, блядь, может быть, конечно, срыв какой-то, блядь. Ну, если что, если что, стаунтишь второй танк, да и все, там как-то разберемся. Главное Геру, да, если агро там. Там две роги друг друга на пул дадут, и на пол. Не, вначале-то всегда на танк. Да. Так. А чё, будешь что-то типа Геры? Я фу. Понял, промах нахуй, я рот ебал нахуй. Тварь, давай дамаж нахуй. Yeah.
4, 3, 2, 1. Ну, ништяк, держит. Держит, держит, ну, конечно. Кстати, как сдох топа, я только сейчас заметил. Ну, я мобов бил. А, так нахуй тебе нужны? Доту накидывать, я их бью хорошо. Я понял. Так, что там, 19942, тварь, блядь, что так мало? Призана хоть передамажил. Так, хэлла 22, продукс жесткий, консилятор жесткий, вообще красава. Так, два тотема только бичуган, да, у нас? А кто это два тотема? А у него 24. Это притон, да? А, ну да, там два куска, точно. Рахан 8, Нарлин 8, Репичин 12. Тоже 24. Сори. Ну, Рахана там из АРП. Вот Тутилар красава 17. Бля, считай, герой. Легендарный класс. Легендарный, да. Спасибо. Дотки повесил, да, и все, и кайфуй. Я соберу четвертый кусок на следующем. А тут мастер лук получается, или как? ЕПГП. Да. Кому надо этот самый защитник? Мне. Мне Навара. Покоритель кому надо? Бичи, покоритель кому надо? Есть бичи там? ДКшников много я видел. Ну так, чисто по фану можно. На, почти по фану. Вдруг там догнал. Вдруг пятый кусок какой-то надо. Меч кому надо? Не. На вара. Прото. Нет, это ДДшный. Там 32-й просто стоит, думаю, может пойдет. Ты аддон-то поставь. Это на ПВП берут обычно. Это ФДКшника было бы. Или комбо-трогу. Ну, я подожду 277-й. Ну, вот смотри, вычитаем 22 хэла и 20, короче, 42 тысячи вычитаем, у нас получается 310 тысяч, то есть у нас ДПС прям в упор, то есть рейд из бичей. Убить все можно на фул, но ебланить по тактике нельзя, падать тем более, одно тело падает уже хуево все, два тела падают уже вайп. Так что ебланить нельзя, блядь. Чего вы стоите? Вот мне самое интересное, блять. Вот когда сюда приходите, блять, уже можно было толстого убить. Какая там лут раскидывала. Ждем, пока все подойдут, а то там тянутся поездом. Не, просто танка не было. Нет, танк был. А, ну тогда не знаю. Просто прилетело бить толстого такой себе. Ну, хорошо, что бой, бой не вешается на инст. Портал не блокируется, если толстого бьешь. Вроде когда валька блокируется, а толстых можно хуярить. Чё там агрите побольше, чё там два моба бьём. Топа, хоть ваниш нажимай, там что-нибудь, уходи в тень. Выйди наоборот из сумрака. Это сейчас была ссылочка, да? Листайте, пожалуйста. Так, пожалуйста. Спасибо. И дали, да, блять, как надо работать? И дамажишь, и доспелишь. Ну это девочка попросила.
Да, если бы какие-то бичи там 10 кдпс нахуй попросили, я бы не диспелил, блядь. Хорош. Сами диспельте, да? Понятно, понятно. Так-то кроме меня может диспелить и Неола, Бурибай, Ашгар. Вот, то есть три челика проигнорировали девочку. Ну, я девочка. Мы хотим, чтобы именно ты диспелил. Я спас девочку. Ну, так сказать, подлезал-то ты чё? Мстительный свежеватель, блядь. Мстительный войд. Какого хера ты меня откидываешь? Толстая пельменина. Только сбор бабок слышно. Если был бы группу лут, можно было еще и Олеги пофармить. Да, на туре, кстати. Это я здесь появился еще. Ну а хули, если бы... Ну хоть какая-то польза. Ты на туре хоть ебать. Фекайся в ДЦ, будешь на лече это диспелить. Я когда в 2012 году в ресторане блинчики приготовил на персонал, и мне шеф-повар такой подходит, говорит... Ну такой, берет два блинчика разом, сгущенку закидывает, блядь, откусывает пол блина сразу. И такой говорит, блядь, блинчики вкусные, говорит, блядь, Славян, молодец, ну хоть на что-то, говорит, сгодился, блядь. Тварюга. Не думал о кулинарной школе. О кулинарной школе? Да нет, это уже Гордон Рамзи, мы там все... Кулинарное шоу свое открыть. Да, тоже всех. Знаешь, какое кулинарное шоу можно в Варкрафте открыть? Ну, чисто прийти, собрать мясо какое-нибудь там, ну, любое там день, какую-нибудь траву, блядь, и собраться у костра, и просто посидеть, пофантазировать, кто какое бы блюдо из этого всего говна приготовил бы. Ну, и у кого лучше получилось бы, тому приз. Войд, знаешь, лучшее кулинарное блюдо на Харионе в Гера. Приз 10к и ДС. Ну, да. Ну, это слишком дохуя, блядь. Я говорю, это... лучшее кулинарное блюдо это на Харионе Героическом. Там прям само то. И огонек есть. И овощи. И полезайте всем. 25 овощей. И один фрукт. Так, напомните. А вы скринили? Кто там, блядь, скринили ДПС с рука? Это, у кого остался там, заскриньте ДПС с боссов, скиньте. Чтоб смотреть, если что-то забуду. Кто сколько давал. Чтоб потом, блядь, понять, кого поменять можно. Я понял. Два тотема, блядь. Просто он худой. Ему не повезло. В таких случаях, когда лоу-левельным приходишь сюда, нужно начинать предиктом кастовать в себя маленькое исцеление. Потому что хпшки маловато. Надо процент определенного снижает хпшку у игроков. Соответственно, у тебя мало хпшки остается. И ты, если волну в конце коста дашь вся, то можешь выжить. Это тоже удачу надо немножко. Варей, обыщи собачку. Там лежит боешка моя? Нет, там шкура моя. Во, 16 шкуры пойдет. Арктический мех не падает? Да, упал с прелести. Один. Помню, как-то фармил. Этого не падает? С вонючки? Не, почему? Там с этой, с прелести, с вонючки с этой падает. Как бы, ну, там шанс.
Это хорошо ходить и к Оню, ой, и к фармить, короче. Там сразу и, блядь, арктический мех, и нир, этот, и кожа простая. Борейская. Хочу тачку с открытым верхом. А, ключ к этому что? А, ключ к этому крэк. Вот дерьмо твою мать. Такая тишина, блядь. Да? ДПСят все. Кроме Войда, блядь. Все. Я решил потестить, что будет, если не сбегаться, если споры не ловить на ШП. Была такая хуйня, что он кидал бревотину, и ты под бревотиной тучку не можешь прожать, и едку гниль дает. И падаешь. Да. Ну это на циркуле было много лет назад. Сейчас не знаю, как здесь будет. Может тайминги другие тут. Это, короче, то, что я пошел шипешником, это гайд для триплюхи записывается. Можно звездочку один. Ну, мордаун тут тоже не помещает. Я понял. Я еще пока на шипе нормально никогда не ходил. Так что, до связи. Не пойдешь. Пойду. Опа, не умрите там, хилы. Не умрите, дамаг по рейду идет. Блюют, ты на него лагим на хп быстрее читай. Ну в какие бурсты, блевотину? Я понял, блядь. Муфика проебали. Добьем, нет, хуй. Нет, да. Добейте, бейте. Доедкой добьем. Похуй, не резайте, пускай почилит. Чилить тоже надо. Но не тут, это серьезный. Я понял, бля. Это один умер, а если два умерли, все, вайп. Че, мифик, по две геры играем? Под что? По два БР, по две геры, блядь. По две геры играешь, да? Найс тактика. Объект? Или это не с этого? Это не с этого. Со следующего. Тухлопус. Как это тухлопус? Войд Спиритус, ты всегда был моим любимчиком. Как и Войд Фрозен. О, короче, все, это лайфхак. Смотрите, на следующем боссе я должен умереть на 25%. И не ресать меня. Я только понял. Да, это... Хорошо, договорились. Давай, пиши эти гнилые. Не, пацаны, ну выпал осколок. Вот на ребре я упал. Понимаете, выпал осколок. Потом на следующих я не падал. И осколок не падал. Шаманы, это никому не надо это говно. Это не надо. Это логично, пацаны. Я падал... я знаю еще, как будет больше осколков падать. Не, я уже вот узнал. Кикнуть его с рейда? Понимаете? Че, выпал, да? Да, да. А я же говорю, если я падаю, то и осколок падает. Вот так. Интересно, сколько раз он скажет сегодня осколок? Много раз.
Опа, вот это второе столочек, второе столочек. Скажешь, когда третий будет? Да, сейчас. Вот сейчас он тебе и четвертый скажет, когда. И даже еще когда не будет, он скажет. Блять, я-то как радоваться буду, когда я палку себе соберу, блять. Я что-то хочу Джайну ебануть, блять. До нее как-то дойти надо, блять, серьезными ребятами, там, мощными ДПСами по 30к, блять, и лемов брать. Там и лемы дохуище зарешают. Там вот эти надо будут образы им каз сбивать. Ты их скоро понерфят. Так не, скоро Т5, да и все, блядь, какой понерфит. А уже нерфить не будут, Т4, смысла уже нет. А для другого этого кто-то сервака? Говорит, что будут. Они бы апнули бы, хотя. На Х5 ты еще не вышел. О-о-о, какая атака, я еще не добежал, подожди, Войт, не атакуйте. А где ты дрочишь там, блядь? Я сдох на трэше. Никто так не хули... А чё, рыба будет? Я уже третьего босса, блядь, а не второго, без боя. Ну, вот дайте топ рыбу ему, дайте голодными. Вон она, вижу. Сейчас я ему это саману. Вон она, лови её, топа. И вареников ему ещё накиньте. Вареников, блядь, да хватит их уже. Одного хватит. Вот-вот, блядь. Нифига, ты ж... А, ты в Дестрике? Да. Я думаю, где мой ДПС? Я понял, нахуй. Почему? Ну, почему так, блядь? Да, хватит здесь спалить, ребята. Да забейте. Не утруждайтесь. Причем это, типа, второе РТ. Кто-то с усердием диспелит. Ну и что? Это нам не мешает. Будем учиться бегать. От взрыва. Чтобы взрыв... лучше побегать, да. Взрыва не должно быть. Можно второго сезня подержать рядом с нами. Похилить. В обычке проще попробовать багать их. Чтобы научиться нормально. Я тут раз завел, короче, двойку в тройку, получается. А, не, наоборот, тройку в двойку. И все, да, скинул на двух. Главное понять бы как-то, как оно правильно работает, эта хуйня. Сейчас давай 3 стака попробуем здесь под боссом собрать и завести их. Мы прохилим, если чё. Угу. И не будем эксперименты делать. Взрыв. Сейчас смотри, кто сдохнет. Просто интересно. Побежали. Нихуя себе, никто не сдох. Назад. Командовали, побежали. Тут было бы обидно уже сдохнуть. О, сюда. Объедок.
Объедок? Да. Вот, я же говорил, не умер и осколок не упал. Значит, тебе падать надо по КД. Да, я о чем говорю, дед. И две геры давать постоянно. Опа. Да, вообще вот отлично, думаю. Мне чашка нужна. Шип для насаживания мяса на вертел. Так. Сгдыщ. Сгдыщ получается. Наручи. Ебать, я за этими наручами ршамой своим ходил нахуй. Два раза или три. И они, сука, падают всегда, когда я не ршамой в рейде. Так тебе проще с ТТГ унести. Ну да, только если бы я им ходил, блядь. Ну так давай сходим в десятку хотя бы. Сегодня, думаю, Гера не получится у нас. Посмотрим, почему надо Геру. Это очень важно. А то мы так будем... В понедельник придем, 3 часа на леди просидим, во вторник придем, хоть чуть далеча пройдем, блядь. Надо время экономить, стараться. Если мы сегодня после леди пройдем, то мы есть шанс, что в понедельник фул закроем. Вот и у нас 2 дня будет на ОКЗС. ОКЗС сейчас очень важная штука. Так что надо стараться. А это забагалось или что? Не-не, сейчас открою. Вы все, даже не так вниз уехал по приору. Да, время мало.